Красный свет, дороги нет. Правило это распространяется не только на пешеходов. На сигналы светофора обращают внимание и водители. Правда, мало кто замечал, что в течение даже одного дня его сигналы переключаются с разной периодичностью. Делается это для создания так называемой зеленой дороги. В вечерние и ночные часы времени это автоматический расчет зеленой волны. Это в зависимости от того, куда больше транспортный поток направлен, соответственно, в этом направлении автоматически строится зеленая волна. Такая система работает в городе уже давно, и прогресс налицо. Загруженность на центральных дорогах куда меньше. На достигнутом не останавливаются. Пока что в городе установлено только 26 таких светофоров. Спустя какое-то время их количество заметно увеличится. Проект «Зеленая дорога» будет запущен и в других частях города. В перспективе развития у нас вот эти потоки с центра направить на внешние объездные. Это северная окружная, южная окружная. На улицах Каширина, Дзержинского, а также в Дашково-Песочне жизнь у водителей изменится в лучшую сторону. И теперь проблем с автотрафиком у автолюбителей станет куда меньше. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».